Макс поспал? Немножко. А мы уже в аэропорту. Или в аэропорте, правильно? Как правильно? Брат, как правильно? Брат, как правильно, скажи? Хватит играть на камеру. Не так уже... Фаворит. Она особо не спасет меня от вируса. Че, бро, в KFC или смешание покушаем в бизнесе? В KFC сходим. На всякий случай, да? Ну, потому что... Вдруг сейчас не успеем. Вдруг не успеем, вдруг то, что... Там не будет покушать? Ну, да, там всякая такая. Сосисочки, гречка. Сосисочки, а сейчас курочка. Ой, как хорошо. Курочки будет. Ой, курочка. Рыбка потом. Ну, вы знаете. Возьмешь ты что-нибудь? Боксмастер. Боксмастер. А где он? В баскет? Боксмастер. А боксмастер? 300 рублей. Ну, деньги есть, может, все прилетим. Мы куда летим, Паш? Что снимаешь-то? Улетаем в Южно-Сахалинск. Играем через 2 дня с БК «Восток-65». 9 часов лететь. Как ты думаешь, по местам все нормально будет? Ну, я думаю, то, что наполовину будет заполнено. Ну, моя ставка такая. Просто все хорошо? Место в проходе взял. В проходе? А мы и были в проходе, нет? В запасном проходе. В запасном? Да. Это что значит? Значит, аварийный выход. Динамика, вот. Это пистолет массажный. Давай посмотрим. Вот пистолет массажный. Так. И где-то планшет на этом. Вот планшет. Бро, в магаз пойдем духи покупать? Нет. А у тебя какие духи? Хорошие. Можешь сказать? Селективные? Том Форд у меня есть. А вот сегодня брызгались какими? Крид. Он выпустил свой. Я же фанат Егора Крида. Да? Спой хоть одну песню. Что такое? Лавы, расскажешь об этом мне в тачке. Так, что мы еще обсудим? Да я тесно. Привет. Я Витя. Вот. А где такую шапочку взять, красную? У моей тещи. Подписывайся на инстаграм, к ней привет, you know. Володь, может быть посерьезнее, еще более? Подожди, идет 8-й час полета, Москва, Южно-Сахалинск. Мы решили с Мишаней сыграть в Элиас. Все верно, я говорю, Миша? Все верно. Сейчас... Мишаня объясняет мне правила. В общем, поехали. Вот у тебя стальные... Яйца. Яйцо. Нервы. Да. Молчу. Да. Молчание. Да. Победа? Мочеиспускательный... Канал. Все, ты выиграл. Прибыли в Южно-Сахалинск, какие впечатления? Сейчас на акулу пойдем. Прибыли в Южно-Сахалинск, прошли несколько пунктов досмотра, все по QR-кодам, проверяют справку на коронавирус сразу. Все долетели, все хорошо. 8 часов полета прошли довольно-таки легко, были свободные места. Разместились на трех местах сразу. Кто-то спал, кто-то смотрел фильмы. Сейчас поедем в гостишку кушать и отдыхать. Вечером тренировка. Привет, Сахалин! Господи, как же не наиграно. Какое актерское мастерство. Что? Какой же вы артист! А, камеры? Как долетел, брат? Ну, что спать хочется. Как будто всю ночь спал, такое ощущение. А сейчас в Москве? Ночь. Всех пропустили. Комфортабельный автобус. Что скажешь, Алексей? Сколько Афонь поспал сегодня в самолете? Все два, наверное. Да ладно. Неудобно, да, было тебе? Ну так, жопа затекала. Я в один момент, короче, вот так лежал.
классе, понимаешь, что у меня рук нету. Я, короче, минуты три у меня просто руки, я не мог вот так. Что, бро, выкладываешь классическую историю? Да. Я на всех выездах такое делаю фотку со спины, просто все сейчас ушли из этих QR-кодов. Пришлось Дэну, да, фотку? Пришлось, да, Дэну, и то словил еле, видишь, он шагает здесь. Ты лучший, брат. Спасибо. Ты представляешь, где мы ведь находимся? Охотское море. Так, программа по домам. Что скажешь, брат? Хорошо, я люблю большие кровати. Вот тут у меня огород. Вон, чучело. Клубник. Макс Лещутин. Что? Что? Там вон смородина. Блин, так хорошо тут, да? Да, воздух такой. Здравствуйте, тренер. Хорошо тут, да? Пошли кушать. Да, пойдем. Мы пошли кушать. Мы пошли кушать. Да. Послушайте себя такой. Макс Лещутин поел, оставил вот так. Это была дружба. Да, лучше попросили. Бег же видеть, выключить. Ну так, да, чуть не ровненько брать. Ну и ладно, главное, чтобы ноги держал. Да, правильно. Я за трибовать? Да, ты полностью. Нет, сверху еще одну. Все, лафа закончил. Брат, победа? Победа. Поздравляю. Спасибо. Один из подборов. Супер агрессивная игра, хорошая защита. Как вообще оцениваешь сегодня? Игру, свою игру? Ну, свою не буду оценивать. Наши проиграли подбор, самое важное. Но показали зубы, характер и в конце достали. И победили, это самое важное. Лучше, брат. Все. Немного игры никогда не помешает. Привет, Краснодар. Ой, как жарко-то. Жара, брат. Ой, жара, да. Главный герой моего влога. Привет. Привет. Ну что, ты где? Я в Краснодаре. Оперативность. Очень быстро выдали багаж. What's up. Ты с якутом будешь жить в этот раз? Да нет, с тобой, конечно. Я не могу променять то, чего я ждал год. Так, а нас встречают? Нас встречают. Солнышко в руках. 100 градусов, бро, проверь. 23. Офигеть. Тут все пройдет. На море поеду. На море поедешь? А куда поедешь? В Анапу, наверное. В Анапу? Хорош, бро. Ой. В плавках, прикинь, стоит такой. Надо было шорты брать, да? Да, сколько было. Надо было вон такси ехать. Шорты брал, Лёш? Да. Шорты брал? Да. Серьёзно? Да. Мы с Лёхой, кстати, он со мной поедет в Анапе. Он удочку с собой взял. А-а-а. Слушай, а что там, какие водятся в Анапе? Барабули вот такие. Ну-ка, какие? Там только же барабули, да, водятся? Они в каком? В кляре или как? Дельфины! Ну что, ты опять в экипировке? Да. Выдали? Ну, все нормально, все Under Armour. Это дольше или? Нет, это не дольше, это Under Armour. Там же написано было. Вы читаете, что написано. Нет, я-то знал, я ничего, у меня жена попала. Че, подтолкнуть?
Получается, заглохли. Да. Главный обед же, да? Цезарь будет. Цезарь? Цезарь? Обед. В итоге Цезарь. Ты что, все знаешь, что ли? Тренер и игрок. Игрок и тренер. Так, тренер блогеров отдался. Нет, я просто плюс 20. Ты можешь снять? А то я тебе тренер снимаю. Снимай. Я шучу. Короче, попросили тебя больше во влоге. Что делать? Снимать? Ты лучше, брат. 101 номер. Единички меня преследуют. И Пашка меня преследует. Какой? Всегда со мной. 101-й, брат. О, нифига, блин. Вот так быть тренером, а не игрочком каким-то. Я про тебя. Рунту. Это что за коридор? Почему мы живем в коридоре? Не знаю. Да. Я могу сказать тебе. Брат, мы снова вместе. Да, надо включить кондиционер. Как тебе видок? Спасибо. А погода тебе как? Поднимающее настроение. Шорты не брал? Тебе и так хорошо? Да, так хорошо. Ножки теплее самому. О, блин. Макс, где контент, там Никита Барин, да? Через два стекла даже не видит. Павленко. Саш. Как ты? После дороги у нас сейчас будут укрепления, правильно, Денис? Да, да, мобильно сделаем, укрепимся. Чуть-чуть сделаем аэробную работу в тренажерном зале. Блин, какой профиль. Просто, да. Замедлить. Прямой репортаж с тренажерного зала. Так, ну первый, до кого мы дойдем сегодня. Давай. Да Никита вообще на массе хорош. Идеально. Прыщ. Прыщ? Да. Это чемпионат по бутылкам. Якут лидер. По бутылболу. По пластику. Только пластиковые бутылки. Как он называется? Баскетбол. Якут. Филигранная точность. Победа. Ты чемпион по бутылкам? Я чемпион по всем бутылкам на планете. Это лучшее, что он умеет делать. Забивать мячи в казино. Да. Что такое ковид? О! Сделай! Да! Красава, да! Считать! Thank you.
обыграли Локо 2, 9 очков, отвратительно играли. Игрок матча Саня Корчагин, лучший защитник наш на сегодняшний день. Всем привет! Персональный. Ну что расскажешь, брат? Ну а что, как обычно, залезли в жопу и пришлось оттуда выкарабкиваться, вот так вот прям продираться, так сказать. Мы выкарабкались так, все вместе, как обычно, поэтому нормально, нет, я считаю, что всегда играть тяжело против таких молодых ребят, амбициозных. Вот, поэтому что, они играют с энергией, мы вышли такие немножко расслабленные и сразу же поплатили за это. Слушай, ну а ты вот перед матчем, и была у тебя какая-то недооценка, хоть какая-нибудь мысль такая в голове? Да не, у меня каждый матч на самом деле всегда одно и то же. То есть я профессионал. Тут каждый должен начинать сам себя настраивать, какие-то моменты обдумывать сам, думать, против кого ты играешь, какие полезные вещи ты можешь делать в игре. Можно не делать все к лучшему. Да, и все хорошо закончилось. Да. 25 октября ответный матч в баскетхолле Москва. Будем принимать Локо 2. А парням респект, да? Отлично, да, играли они. Да, молодцы, молодцы. Молодая команда. Увидимся с ними. Размерная. Размерная, обученная. Обученная. Хорошо играют в баскетбол. Через 4 дня нас ожидает викинги. Супер битва, да. Викинги. Твоя тоже бывшая команда. Моя бывшая, блин. Будешь грызть? Будем, ну как обычно, да. Вот это уже будет игра такая интересная. Покажет, на что мы способны, да? Да. Мне кажется, там надо уже будет из трусов выпрыгивать. И желательно не порвать их. Ладно, Сань, красава, брат. Корона. Приятного аппетита, Макс. Спасибо. Короче, брат, ты в бизнес-зале, почему ты яйца ешь? Я приверженец здоровой пищи. Алексей Михайлович, как тебе отдыхается? Что по игре скажешь, Михайлович? Ой, тяжело было. Устал. Ждем посадки. Хорошо поиграли. Теперь нужно хорошо отдохнуть.